Филиал «Каспийский горводоканал» осуществляет подачу холодной воды и прием сточных вод населению города. В обязанности горожан входит своевременная оплата за потребление ресурса. Если у абонента имеется задолженность от 2 и более месяцев, то организация имеет право ограничить оказание своих услуг, пока полностью не будет погашен долг. Пару недель назад была введена новая облегченная система оплаты для должников – QR-код, который прикреплен к платежному документу. Процедура оплаты крайне проста. Единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения занимается своей деятельностью и в других городах Республики Дагестан. Для населения необходимо всего лишь войти в приложение Сбербанк онлайн, отсканировать QR-код и после произвести оплату по вашему лицевому счету. Для юридических лиц в обязательном порядке после сканирования QR-кода необходимо указать вид услуги, по которой производится оплата, город и номер договора. Помимо этого, Наида Алидарова напомнила управляющим компаниям и жителям многоквартирных домов, что самовольный либо согласованный только с УК вывод поливных кранов из подвалов дома является грубым нарушением. Самовольное подключение к инженерным сетям многоквартирных домов без согласования с РСО, то есть с нами, повлечет за собой наложение штрафных санкций на нарушителя, а также привлечение управляющих компаний к субсидиарной ответственности, так как это входит в обязанности содержания общедомового имущества. Отметим, что во избежание подобных случаев управляющим компаниям необходимо заключить договор холодного водоснабжения и водоотведения на общедомовые нужды.